Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Всегда хочется флиртовать, но если бы на этом останавливалась, перехожу к объятиям и поцелуем. Для меня это недопустимо. Есть постоянный партнер, все устраивает, но стоит выпить и начинаю присматривать мужчин на вечер. Подскажите, как избавиться самой неприятно от себя? Ну, смотрите, с чем мы здесь имеем дело, да? Мы здесь имеем дело, в общем-то, со следующим. Мы здесь имеем дело с диссоциацией. Вот. То есть... Мы имеем дело с тем, что вы сами себя подавляете. Здесь. Ну вот к сожалению. Вот. Вы сами себя подавляете и, получается, сами себе отрицаете то, что с вами происходит. Вот. То есть. То есть, вам чего-то хочется, ну, то есть у вас есть, ну, потребность в чем-то. Вот. И здесь нужно смотреть на то, как вы воспринимаете себя, как вы воспринимаете свои потребности. Вот. И что вы с ними делаете? Вот. То есть это очень, как мне кажется, важный момент. На мой взгляд, если вы испытываете потребность в, ну вот, мужчинах, то это означает, что ваших отношениях вам что-то не нравится, вам что-то не устраивает. Вот. Иными словами, вы относитесь к себе. Я бы сказал, несколько пренебрежительно. То есть, вот, есть у меня
такое ощущение, что вы к себе довольно-таки пренебрежительно относитесь. Вот. С чем это связано? С чем связано то, что вы так вот игнорируете значит, себя. Игнорируете то, что вот вам, например, хочется. Вот. Именно это в данном случае вы и делаете. Как мне кажется. Вам ведь не просто так вам не просто так хочется флиртовать. Вот. Как мне кажется, по крайней мере. Вот такой ответ. То есть я бы сказал, что нужно здесь смотреть. Более внимательно на свои потребности. Вот. В данном случае. Вот то, что я могу вам здесь ответить. Нужно смотреть. Нужно исследовать нужно то, как вот вы реализуете то, что вам хочется. Вот. Как мне кажется, по крайней мере. И дальше. Я думаю, что с этим уже можно было бы как-то работать. Понимаете, да? Сейчас, на данный момент, вам, по моему мнению, избавляться ни от чего не надо. Сейчас мне кажется, что вам нужно стараться
только себя исследовать, то есть более подробно понять, чего вы хотите, как вы хотите, и дальше уже с этим работать. Вот. Я бы сказал, что вы себя, ну, довольно серьезно сдерживаете в чем-то. То есть вот, ну, скованно чувствуете себя с, ну, со своим молодым человеком, возможно. Вот, то есть нет у вас такого ощущения, да, нет у вас вот такого состояния, при котором вам было бы, ну, скажем так, свободно с ним. Вот. То есть, ну, да, вы можете, конечно, ну, безусловно, да, вы можете себя заставлять, вот. Вы можете, ну, безусловно, от себя требовать. Вот. Можете требовать от себя чего-то не делать, но, как мне, например, кажется, это видится, что при наличии у вас определенной неудовлетворенности, это больше обречено на неудачу, вот. Это больше обречено на провал. Вот, потому что, ну вот, так или иначе, все равно вы будете как-то чувствовать себя, ну, как бы так сказать, да, вы будете чувствовать себя неудовлетворенно. Вот. К сожалению. То, что вы делаете, вот. Ну, в том числе, вот, как-то с собой, да, вот, со своей жизнью, вот. Приводит к тому, что вы хотите и выпивать, да, вы хотите выпивать, и вы хотите флиртовать, вот. Это происходит не на пустом месте. Вот. Кстати, вот когда у человека есть такая вот тенденция к тому, чтобы регулярно, да, употреблять алкоголь, вот, можно здесь говорить, в принципе, о том, что человек склонен к тому, чтобы избегать чего-то. Вот. То есть мы здесь говорим о том, что у вас избегающее поведение. Опять же,
вы, ну, к примеру, да, пишете, что вот, там, к вечеру, да, я там себе, значит, ну, ищу мужчин, говорите вы. Вот, то есть, иными словами, вечером что-то происходит с вами. То есть вечером вы оказываетесь в каком-то состоянии, вот, что побуждает вас к тому, чтобы думать о, там, допустим, ну, мужчинах других. Вот, чтобы начинать смотреть на мужчин, вот. А случайно ли это? Нет. Это не случайно. А это выглядит в данном случае как закономерность. И закономерность, ну, довольно серьезная, потому что это у вас происходит регулярно. Вот. Значит, нужно смотреть, что с вами происходит. А моя, скажем так, гипотеза, мое предположение заключается в том, значит, что вы сталкиваетесь с определенными чувствами. Вы сами сталкиваетесь с определенными чувствами. Вы сталкиваетесь с определенными переживаниями своими, вот, которые, собственно говоря, вы сами в себе отвергаете, отрицаете их и переключаетесь на, ну, в какой-то степени привычный для вас способ, ну, разрешения ситуации, разрешения конфликта. Вот. Что это нужно выяснять? Это может быть страх, это могут быть сомнения, это может быть что-то еще. Да? На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго и удачи.